Так, привет. До чего дошел прогресс? До невидимых чудес. В общем, я не знаю. У меня какая-то карма непонятная. Вот, с этим интернетом мобильным. В общем, куда я не приду, куда не попаду, везде меня преследует вот эта херня, что постоянно нет связи. На работе нет связи. Вот сюда приехал, в горах нет связи. Тут вообще все говорят, что это самое... О, пройдем через арочку. Через арочку. Сумочка. Маскину. Как ворона. Тра-татушечки. Вот, короче, все говорят... О, а что ж за ты бежишь так? Ох ты, крокозябла. Вот. Короче говоря, в Италии... О, пошел пьёво. Ага, пьёво. Дождик. О, какие штаники. Штанюшечки. Смотри, креснюшечки. Красотушечки. Гляньте, девочки, какие ангеляточки. Ангелятки. А, о. Я мог бы тебе подарить небо в алмазах, я мог бы тебя удивить всем на свете и сразу. Я хотел бы для тебя стать всем, и лучше мне тебя не знать совсем. Я стану твоим ангелом, я буду прилетать к тебе. Я стану твоим ангелом и в счастье, и в беде. Я стану твоим ангелом, чтоб крыльями от бед укрыть. Я стану твоим ангелом, чтоб просто рядом быть. Классная песня Марка Тишмана, тоже, кстати, участника «Фабрики звезд», пятой «Фабрики звезд», которая, как говорится, художественным руководителем и наставником была Алла Борисовна. Вот. И он, кстати, с ней пел дуэтом. Вот, и Марк молодец, умничка. Вот, а я, короче, иду, значит, так. Тим, Винт и все вот эти вот мобильные операторы вот мне не подходят. Значит, мне срочно нужен Водафон. Ой, какое крокозябло. Крокозябло, это как капюшончики, Белла. И еще одна Белла. Вау! Одна там. Вот. Короче, о, олень. Вези меня, олень, в мою страну оленью. Ой, что-то я сегодня чокнулся, по-моему. Вот. Цветочки. Тра-та-та. Цветочки. Боже, зайду, ребятки. Боже, какая красота. Я зайду вам покажу. Боже, какая... Чао. Ой, орхидейки. Вот, не зря у меня такое настроение. Посмотрите, какая прелесть. Ой, мамма мия, елочка зеленая, иголочка. Боже, ой, какая красота. Давайте покатаемся, садимся и катаемся. Оп. Там на луне, тра-та-та, кто-та-та-та, тара-та. Ой, какая прелесть. Боже, какая красота. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели. Вот рождественские цветочки. Красота. Ангеляточки. Девчонки, мальчишки, так хочется передать вам вот это праздничное настроение. Боже, какая красота. Смотрите. Вот, все. В общем, я не могу больше.
Я больше не могу тайком любить, я больше не хочу ничто скрывать, я больше не хочу, как прежде, жить, я хочу Водафон купить. Вот, иду, вот, и я все-таки куплю Водафон, вот, чтобы у меня была связь, чтобы я на премьерах с вами в чате сидел и все видел, как вы смотрите, а я вот так. Подарочки. Все не забывайте, скоро праздники, не забывайте покупать подарочки. Подарочки. Так, ой, какие девочки все в красном. Lady in Red. Посмотрите, какая красотища. Девчонки, приезжайте в Италию, будем скупляться. Пошли, вам еще покажу. Увидел классное, красное платьечко. Боже, это что, сезон красного в этом году? О, вот это б тетя Ирен. Вот это б ты сошла с ума. Посмотри, какая красота. И сколько это стоит? Ну, всего лишь навсего 50 евро. Так, тетя Ира. Трансушечка моя. Посмотри, сколько тебе концертных нарядов. Ирка, глянь. Боже, посмотрите. Ируська. Глянь, какая краса. Ну, давай, собирай манатки. Будешь тут самая красивая звезда. Ой, девчонки, гляньте на Новый год. Какие вам красивые платьюшечки. Ой, что-то я чокнулся, по-моему. И Водафон тоже красный. Водафон. Идем в магазинчик. Идет дождик. А я все-таки куплю. Я куплю 5G. Вот. Все, я добрался. Вот. И сейчас я себе куплю. А, окей.